Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие листатели журнала видеокомиксов «Каламбур». Вы знаете, что наш журнал, как и, впрочем, любой другой журнал, кроме своего прямого предназначения, имеет еще несколько вариаций использования, которые подсказывает мощная фантазия нашего читателя и его талантливые шаловливые ручонки. Ну и на здоровье. Мы на это совершенно не обижаемся. Вы можете нас раскрашивать. Вырезать из нас картинки. Прожигать дыры. Вы можете, в конце концов, свернуть наш журнал в трубочку и бить им мух. Ну а для тех наших листателей, которым нравится наш журнал именно как журнал видеокомиксов, мы предлагаем в рубрике «Вы написали, мы сыграли» мы зададимся вопросом. Если экзамен — это праздник, то что такое переэкзаменовка? А что же в следующей рубрике нашего журнала? Суперсериал «Железный капут». Ну а в «Деревне дураков» — кровавая трагедия. Дуракам до 16 лет смотреть не рекомендуется. Об этой и о других глупостях в журнале видеокомиксов «Каламбур». Итак, друзья, мы снова в студии и начинаем постоянную теперь уже рубрику «Вы написали, мы сыграли». Итак, сегодня мы выбрали письмо, пришедшее к нам из города Москвы от, к сожалению, не написавшего свое имя, студента Государственной академии спирта, пива и вина. Вообще-то такой академии мы не знаем. Наверное, ее все-таки не существует. Хотя миниатюра, написанная в этом письме, существует и уже довольно давно. Тем не менее, она нам очень нравится, и мы с удовольствием сейчас ее для вас сыграем. Итак, представьте себе, Государственная академия спирта, пива и вина, экзамен по виноделию. Пиши экзамен, пожалуйста. Заходи к банному. В дверях не тупится. Здравствуйте, профессоры. Шувались, толпой. Я же сказал, заходи к одному. Сись. А к кому садиться? К вам или к ассистенту? Ассистента пока упрям. Не спать! Цените билет. А какой тянуть, профессор? А, и любой. Они все одинаковые. Читайте. Думайте. Отвечайте. Это каберне? Это не каберне. Читайте еще раз. Внимательно.
Думайте, отвечайте. Это кабарне. Нет, это не кабарне, это социальный кабарне, сказала. Ну, кабарне. Я говорю кабарне, кабарне. Кабарне, кабарне, кабарне. Не знаете, не знаете ли черта? Придете на приземный экзамен науку осенью. Оба! Да, да, я учил, я учил, я всю ночь учил. Что вы у меня своими конспектами тычете? Профессор, профессор, меня жена из дома выгнала. Я тоже. Профессор, может, дополнительный вопросик? А, может. Только предупреждаю, читать внимательно, потому что у вас много, а вопросов мало. Читайте, думайте, отвечайте. Что это вы буквы разбрасываете? Что такое? Мы это не проходили. Как это не проходили? Я всем все давал читать. Дайте сюда. Это вы действительно не проходили. Это старший курс из раздела «Народное творчество». Ну что, профессор, по троечке и на пассажок? По троечке. Что будем читать на пассажок? Народное творчество. Мне больше. Я без руки. Читайте, бля. Водка! Это же не водка. Вот как бывает! Напиваю! Спасибо, спасибо. Ваши аплодисменты просто изумительны. А мы ждем от вас новых писем и новых историй.
начале 20 века в военных лабораториях первого Рейхсмахта был создан суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием, намного опередившим свое время. Для того, чтобы испытать танк и при этом раньше времени не разрушить Европу, он был заброшен в Центральную Африку для порабощения непокорных зусулов. Через некоторое время в целях безопасности все, кто знал о существовании этого проекта, были уничтожены, а танки забыли. Тем не менее, его бесстрашный экипаж в составе командира майора барона фон Швайцкопфа XII, наводчика Ганса Шмульке и простых солдат Дранкеля и Шранкеля не забыли о своей великой миссии и готовы были до конца выполнить свой долг. В аналах истории этот секретный проект остался под названием «Железный капут». Шмульке! Так, точно, хер майор! Остановите танк! Так, точно, хер майор! Внимание! Шмульке! Доложите сведения о дислокации зусулов. Виноват, хер майор. На сей момент никакой информации не обладаю. Болван! Вам нужно было давно уже взять языка. Хер майор, мы пытались, но у нас ничего не получилось. Потому что вы болван, Шмульке. Это делается очень просто. Одну минуту. Итак, надо сделать боевую самозатягивающуюся петлю. Шмульке! И что? Внимание! Далее мы забрасываем эту петлю в лагерь противника. Шмульке! Так, точно, хер майор! Внимание! И теперь, если какой-нибудь глупый зусул наступает в петлю, она тут же затягивается, и мы втаскиваем его к нам в танк. Ага! Вот оно! Посмотрите, Шмульке, это глупый зусул попал в петлю. Так точно, хер майор? Нет, хер майор, это глупый зусульский слон. О-о. Хер майор? Хер майор? Возьми. Шмулька! Так точно, хер майор! Остановите танк! Так точно, хер майор! Внимание! Болван! Шмурка! Так точно, хер майор! Вызовите сюда этих двух болванов! Так точно, хер майор! Шмурка! Что? Шмурка! Болван! Кретин! Кретин! Шмурка!
Франкель! Что такое Родина? Это пиво, сосиски, дурак! Родина — это твоя мать! Понял? Понял? Что ты понял? Что Родина — моя мать! Хорошо. Так, Шранкель, что такое Родина? Это мать Дранкеля, хер моё! Дурак! Это и твоя мать тоже! Понял? Понял? Что ты понял? Что я брат Дранкеля? Болваны! Лечь! Шмурка, начинайте! Так точно! Внимание! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Шмурка! Продолжение следует. Oh,
Когда снег тает, все цветет и начинает петь. Вот тут уж точно вам не помешает журнал «Каламбур» посмотреть. Потому что там и клоны, там и комики, там и шутки, там и комиксы, чепухи, веселый арсенал. Рассмешит в любое время года видеокомиксов журнал. Приносит настроение МВВ, МВВ, приносит.